Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Дриди, добро пожаловать в игрушку Чучел, да, ребята, это вторая серия, ну что ж, давайте продолжать. В общем, вот такая вот вишенка, она лежит так рядом, только рукой дотянуться нужно. Давайте попробуем. Оп, и ты что мне мешаешь? Ну ты что, отойди, не мешай мне, сиди здесь. Так, ну-ка. Да какого лешего, что-то, почему ты мне мешаешь, я хочу просто взять свою вишенку. Сиди здесь, понял? Даже не вздумай шевелиться. Блин, да какого черта? Ну, блин, дайте мне уже вишенку съесть. Так, вон он. Да какого лешего? Встань, нафиг. Не мешай мне. Блин, приятель, можешь, пожалуйста, оставить меня. Так, я одной рукой тебя буду держать, а другой вот так вот. Нельзя брать, все понятно. Он сейчас нажмет, нажал, и что будет? На кнопку. Чучел. Прикольно. Вообще-таки ставьте лайки, пишите комментарии. Мы пройдем эту игру. И опять вишенку забрали. Ну что такое? Побежали. Го-го-го. Она так рядом была, так рядом. Блин, ну немножко нам не хватило. Окей. Какая-то рука, я не знаю, похожа на обезьянку какую-то, да? На гориллу. А, чучел нельзя здесь ходить. И что я теперь сделаю? Я должен, чтобы они все замолчали. Это нереально. Смотрите, не дает. Он мне с самого начала просто выкидывает. Чего ты будешь делать, чучел? Так. Короче, ты должен мне помочь. Мы потом разделим вишенку пополам. Ты можешь пройти, я не могу. Сиди здесь. Так, ну понятно, он будет здесь сидеть. Хорошо. Я должен достать. А, смотрите, там еще один, короче, сидит. Это не палка, это тоже живое существо. О, нифига себе. Оно злится. Ну-ка. Мы все-таки достать. Нет, не сможем, короче, мы достать это. Окей. Есть тут какие-то деревья. Может быть, они нам помогут? Синие. Вон, там ягодка. Ягодку он сейчас съест. Нет, он ягодку выкинул. Блин. Мне кажется, я должен кого-то заткнуть, да? Ладно. А кого именно? А там еще одна ягодка. Блин. Что-то я в замешательстве. Ну-ка. Может комбинацию угадать? Дай вишенку, пожалуйста. Бау, просто выпнул меня. Да блин, нет, я не на тебя хотел нажимать. Да что ты будешь делать, блин? Не дает мне пройти. Ну-ка, вот эту. Блин, я уже всех заткнул. Нет, тут что-то надо другое делать. Можешь вернуться к своему другу? Достать орешек. Есть. Я придумал, мы просто их всех заткнем. Да. Смотри. Что ты встал? Чувак, возьми грушу. Он съел ее. Я стал пауком. Ты серьезно? Теперь я пройду? Теперь смогу пройти. Почему? Я же паук. Подожди, а если я... Я могу четырех уже заткнуть. А как вот этих четырех? Вообще звука нету. Ну-ка. Сможем как-то повернуть? Давайте попробуем. Обойдем. Нет. Кажется, не получается. Хорошо, а если мы пробуем ягодку вот эту съесть? Как вариант, да, нам нужно съесть ягодку. Давай. Тяни. Немножечко осталось. Блин, просто улетел. Ягодку поймай. Блин. Короче, ягодку мы не сможем поймать.
Так они поют. А если я вот этих заткну? Нет. Я должен их всех заткнуть. Ладно, уходим назад. Значит, что-то другое надо сделать. Может быть, я теперь могу дотянуться до... до новой ягодки? Может, ты мне поможешь? Помоги мне немножко. Так. Не, не получается. Ну, как вариант, нам нужна ягода, короче. А, допустим, я пойду с тобой. Ты что, здесь? Нет, он назад улетает. Так, что у нас по подсказкам? Чего? Нужно съесть. Желтую нужно съесть. Так, ну я съел. А, яблоко, я думаю, я съем. Сейчас мы возьмем еще подсказку. Помоги мне. Дерево потрясти. Слушай, а это что такое? В кого он превратится? Блин, нифига себе. И что будет? Я смогу пройти? Чувак, дай мне пройти, пожалуйста. Блин, нет, он не дает мне пройти. Нет, нельзя, он меня узнал. Фейс-контроль, блин. Бау, меня назад откинуло. Хорошо. Я все-таки думаю, что нам нужно вот эту ягодку съесть, синюю. Но он ее выкидывает постоянно. Ладно, окей. Не вариант. А, нажимаю на подсказку, нам нужна желтая. Нам желтая нужна. Так, хорошо. Давайте вот эту пошатаем. Мы орех не ели еще. О, орех. Попробую съесть. В кого я превращусь? Нифига себе! Да ты шутишь! Ты серьезно, что ли? Мне сейчас... сейчас лопнет меня. Ба! Вот это прикол. Я стал меньше опять. Нифига себе. Так, красный давайте пошатаем. Ну-ка. Поехали. Бабах. Вот этот пробуем сейчас есть. Ну-ка. А что будет? В кого я превращусь? Уточка. Слушай, может быть сейчас меня не узнает? Я же уточка. Он узнал. Да почему? Как он меня узнает? Ну-ка, яйцо снесла. Одного заткнула. Нет. Не помогает. Блин, ну не вариант, это тоже. Ё-моё. А может быть дать тебе его? Ну-ка. Сиди здесь. Так, короче, нам надо взять тебя. Ну-ка. Смогу я накормить его яблоком? Не получается. Хорошо, сиди пока здесь. Нам нужно, чтобы яблоко упало. Для этого мы трясем вот это, вот это дерево. Серёд, я понял, как пройти это. Трясем дерево, возвращаемся назад. Вот, но яблоко мы сами не будем есть, мы покормим вот нашего друга. Давай. Ешь яблоко. Кушай, кушай, кушай. И он превратится в паука должен, по идее. Ну-ка, превращайся. Превращайся. Бам, все, превратился. Превращается в паука, смеется такой. Ты сам был и пауком, и всем подряд. Так, ну ладно, хватит, посмеялись и хватит. Берем нашего паука. Подсказка. А, ну все, нам говорят, что надо заткнуть четверых. Вот этих затыкаем. Так, отлично. А, теперь опять дерево трясем это. Окей. Теперь возвращаемся назад. Так, давайте синее потрясем. Кстати, Боб довольно-таки прикольный. Постоянно что-то новенькое происходит. Давайте сидим, посмотрим просто. Ну-ка. Просто для интереса. Чего? Бам! Нас двое стало. Чего? Нас четверо стало.
Офигеть! 8! Как так? Это прикол. Боб реально классный. А это кто такой? Он сейчас всех съест, наверное. Что за херня? Я-то вылезу? Я единственный выжил, ребят. Офигеть. Фу, повезло. Давайте еще раз потрясем. И каждый раз что-то новое. Мне вот это нравится. Так, ну-ка давайте еще. Не хочет есть, смотрите, он боится. А что сейчас? А, это то же самое, ну ладно. Так, ну все, давайте по-серьезному. Съедим сейчас яблоко. Теперь мы превращаемся в паука. Давай, давай, отлично. Бежим, бежим, бежим. Все, пора уже действовать. Ну это что-то сложный, кстати, уровень. Все, смотрим, что он будет делать. Он уснул просто. От того, что на этой музыке он уснул. Так, что теперь? Нифига себе, он храпит. Все попрятались просто. Быстро, 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 забирай вишенку. Офигеть. Нашу вишенку опять забрали. То есть, я так понимаю, он делает нам испытание и наблюдает, что мы готовы ради этой вишенки. Ну ладно, он проснулся. Стал играть. Почему чучелу нельзя проходить? Их что, много прям? Я только одного встречал, чучело. О, это желейка. Желейка. Отдай мне вишню. Кому говорю? Ну, на, держи. А, и смеется. Не достанешь. Да ты издеваешься надо мной. Он реально издевается просто. И смеется. А где мой друг, кстати? Я тебе покажу, я тебя проучу еще. Пожалеешь у меня. Ну, обиделся, что ли? Ну, на, бери. Бери. Ура, спасибо. Ахахахахахаха. Не дам я тебе вишню. Блин, какой ты наглый. С другой стороны обойдем. Он не видит меня. Заметил. Да ну ты нет, ну ты, блин, издевается. Тот еще издеватель. Так, короче, идем сюда. Нет. Блин, ну это мы проходили. Подсказки будут, нет? Ну дай, пожалуйста. Он съел! Съел вишню, ну это же желей. Поймал. И меня съест. По-любому меня съест. Я почему-то так думаю. Нет, не стал есть. Так, подсказка теперь. Надо сзади напасть. Все понятно. Ну-ка. Сейчас я разбегусь. Залез в желейку. Чучел. Прикольно. Так, и наш друг тоже. Тоже дырнул. Он забрал вишню. А я не могу вылезти. Ладно, понятно. О, яйцо! Это прикольно. Яйцо съело вишню и моего друга? Ты серьезно? Сейчас мы... Надо разбить яйцо. Блин, вам не жалко? Не получилось. Ну понятно, да, что надо замахнуться. Сюда залезть, что ли? Ну отпусти. Я не понимаю. Да почему у нее не получается-то? Да ты достал. Может на яйцо нажать? Отойди просто. Отойти нельзя. А, я сам должен помочь, да? Оттягиваем, бам. Ну-ка, я должен попасть. Все, понятно. Блин, прикольно, бам. Сложно было догадаться с первого раза, конечно.
Он отдал мне. Так, мне надо разбивать до конца или нет? Мы пока что друга только высвободили. Бам! Бам! Бля, оно уже почти треснуло. Яичницу нам выплюнуло. Чего? Что же издевательство? Так, ладно. Идем сюда, идем, идем, идем. Бам! Бам! Ну давай уже! Отдай! Все, оно разбилось. И... О! Птенец вылупился. Он какой-то злой. Их много. Кого? 5 птенцов. Шапку надела. Я просто офигеван над этой игрой. О, нифига себе вишню, ребят. Вот посмотрите. В 20 раз больше. Вот это любовь. Мне не нужна теперь эта маленькая вишенка. Мне нужна вот эта здоровая. А, она живая? Видели глаза? Она глаза открыла. Она... Вишня меня съела, кого? Чего? Так, надо высвободить. А! Половинки нету. Где моя вторая часть? Камон, отдайте мне вторую часть. Ну-ка, тянем, потянем, тянем, потянем. Надо тянуть. Понятно. Надо соединиться. И ты еще пожалеешь об этом. Я доберусь до тебя. Так, ладно, все, у нас есть вишня. Шапки нету, да, у него шапка была. Блин, отдай мне шапню. Шапку. Давай, давай. Так, надо помочь. Это что такое? Это другая шапка, what the fuck. Дай мне мою шапню. Шапку. Шапку отдай. Нифига себе, откуда шапок так много? Чучел. Нашел. Кипченка свой. И он меня все равно съел. Ты шутишь. Чучел, вот. О, это отсылочка на Angry Birds. Прикольно. Так, а сейчас будем стрелять. Я, мне кажется, переборщил. Нифига себе он. Так. Че, слишком слабенько? А какая задача? А, все, надо в котел попасть. Понятно. Ну-ка. Да почему так сильно-то? Как я попаду в котел? Вон подсказка, мне даже дают подсказку. Ну понятно, да, в котел. Ну блин, я, наверное, слишком сильно натягиваю. Чуть-чуть, вот так, 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 так. Почти, чуть-чуть посильнее. Ну уже что-то. Тихо. Так. Блин, чересчур сильно теперь. Окей. Так, 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 так. Ну вот так примерно, да, наверное? Да почему так сильно-то? Так, вот, 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 вот. Черт возьми. Ну-ка. Опять сильно. Ну-ка. Ну, ёлки-моталки. Ну, никак у меня не получается. Ну, как это сделать? Почти что. Уже что-то было. Другой котел пришел. Так я попал первый раз, да? А теперь что? А, теперь нужно, чтобы отскок был. Сначала сюда надо попасть. Давай попробуем. Отлично, получилось. Это барабаны, оказывается. Я думал, котел, это барабаны. Третий. А как теперь? Влетающего надо попасть. Понятно. Ну-ка, мы заряжаем. Отлично, попали. И... Так я ж попал. И в чем прикол? Чего? Попасть в один, потом во второй, а потом в третий. Это как? Ты серьезно? Как я это сделаю? Попасть в один, он отскочит. Ну понятно, давайте попробуем.
Так, так, так. Ну, примерно вот так, давайте. Отлично, нифига себе, просто мастер. Получилось. Теперь можно забрать вишенку нашу? Она убежала. Гоу-гоу, ребят, побежали за ней. Фу, прошел этот уровень, тоже нелегкий. Особенно с барабанами. Так, и? Ты типа справился? Ты как бы поешь, да? Свои навыки на показываешь. Что-то у тебя не очень хорошо получается петь. Чучел. Нет, это не твое явно. Займись чем-нибудь другим. А, его закидывают. Первое место. Вишню! Вот что он ждал, что вишенку кинут. И сейчас чучел будет написано. Да, какой же ты неуклюжий чучел. Бешеный чучел. Чучел. Отлично. Нифига себе, он сильно оказывается. Бам, яйцом. Оу, вау, вау. Это что такое? Роботы, битва роботов. Отсылочка на битву роботов. Он мне мешает пройти. Я так понимаю, я сюда должен сесть. Ладно. Это сложно. Так, хорошо. Так, я могу подойти поближе. Я попал разок. Отлично. Тихо-тихо, главное не перевернуться. Давай-давай-давай, надо ближе. Блин, ему проще, мне кажется, устоять. Да черт возьми, ну короче, я по-любому должен победить. Понятно. Так потихоньку будем толкать. Блин, ну, просто я так не доберусь. По-любому через битву роботов. Ладно. Да черт возьми, я постоянно падаю. Я не знаю, как это сделать. Потихонечку ползем. Он наступает. Отлично, мы перевернули его. О, все, все, победа, ребят. Получилось. Чего? Там же никто не сидит. Там же никого нет, какого лешего? Короче, роботы сами дерутся. Даже без нас. Поссорились. Пам, нифига себе он. Они сейчас взорвутся, я, походу. Бум. Все, развалились. Ту-ту-ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну все, забирай вишню. Чучел, забери уже вишню. Хватит играться. Она забрала вишню. Бегом. Оу, это кто такой? Боже мой, как же страшно. Блин, какой же он страшный. Глаз? Подожди, я должен собрать его? Он не видит ничего. Шапку надел. Вишня, он думал, что это глаз. Я тоже ничего не вижу. Блин, бедный скелетик рассыпался. Все, скелет ушел. Что за бред? Какая-то несуразица просто происходит. Блин, кого? Что это такое? Блин, ну это прикольно, как минимум. А, чисто поугарать, да, чучел. Отлично. Блин, вишенку он съест когда-нибудь или нет уже? Все, убегает. Ушел. Так, прикольно.
Довольно-таки далеко дошли. Давайте последний сейчас уровень этот пройдем, да? Мы вот здесь остановились. Окей. Возвращаемся. Радио. Что я должен сделать? Облизать? Нет, чувак, зачем? Включи. Может, типа корону одеть? Нет. Или да? Оу, я правильно сделал? Что за происходит? Что творится? Что за чертовщина? А, я проверяю. Я одеваю, видите, я в другой мир попадаю. Кнопка. И что она? Бам! Нас придавило. Я так понимаю, надо кактус, чтобы придавило, да? Возможно. Как вариант. Зачем ты лижешь все подряд? Бог ты мой. Чего? Нас гипнотизируют. Ну, смотрится прикольно. Офигенно. Красиво. Офигенно. А с ума сошел, он лизнул какую-то хрень. Ему... Галлюцинации, кажется. О! Не делай так больше. Взять я не смогу никак, потому что она колючая. Дай, пожалуйста, мне вишню. Нифига себе. Бедолага, бедный чучел. Достал. Занозы. Так, это не вариант. Хорошо, давайте другую шапку наденем, может быть. О, тут холодно теперь. Ну-ка. Это квадратная вишня вообще. А это наш обычный мир. Я должен что-то по-любому тут сделать. Смогу ли я взять? Дай, пожалуйста, дай, пожалуйста. Полез такой. Вали отсюда нахер. Так, ладно, не ругайся. Может, поговорить? Давайте поговорим просто. Эй, снежная баба, дай мне, пожалуйста, вишенку. Она мне очень сильно нужна. Нет, не дам. Не дам. Блин. Какая жадная. По-любому что-то должно меняться, видите? Давайте сейчас оденем другую шапку. Радио, видимо, переместилось, возможно. Да, радио переместилось. Видите, радио теперь здесь. А если я обычную шапку одену? Так, ладно. Радио здесь. Я могу залезть сюда. Нет, двигать не надо. Двигать не надо. Подсказка. Давайте подсказку возьмем. Помыться надо. А, воды набрать. Хорошо. А теперь подожди. Быстрее, быстрее, быстрее. Пописать сюда, что ли? Серьезно? И что будет? Типа он вырастет, нет? Что-то ничего не происходит. Так, а должен, короче, кактус плясать. Радио должно играть. Надо полить гриб. Точно, полить гриб. Как я не догадался. Меняем шапку. Надо было гриб полить. Тут много у нас задач. А что, если просто помыться? Ладно, помылись. Мы на Пакмана, на этого, который Пакмана ловит, похоже, сейчас. На призрака. Так, короче, набираем воды. Все, я понял. Я понял принцип. Потом берем вот эту шапку короля. Я понимаю, да, ты в туалет захотел. Так, и на гриб, типа, пописать надо. Давайте попробуем. И он вырастет. Да, он вырос. Ну-ка.
Надо включить радио. Да, теперь надо включить радио. Понятно. А, но это в другом мире. А, нет, я кое-что хочу проверить. Подождите, а давайте опять лизнем вот эту штуку. Она же здоровая теперь. Просто интересно. Не, не хочет. А, ну то же самое опять. Понятно. Ладно, выходим из этого состояния. Надеваем, короче, смотрите. Надеваем другую шапку. Включаем радио. Нет. А, вот, все, включили. Нет, не надо воды. Нет, нет, пожалуйста. Так, теперь надо... Полить гриб, мы парили, музыка играет. Давай, давай, давай. Надеваем вот эту шапку, все сейчас будет нормально. Кактус будет танцевать. Все, кактус это нравится, начинает танцевать. Ну-ка. Ну, взять я ее не могу, потому что она колючая. Так, понятно. Так как она колючая, мы, наверное, в зимний давайте мир. А где моя шапка? Он надел ее опять. А это был не вариант. Надо было сразу в наш мир, наверное, идти. Понятно. Идем сюда. Включаем радио. Я уже понял. Зато все варианты, ребят, посмотрели. Все. Надо потом в наш мир просто попасть сразу. Она начинает танцевать, кактус. Давай, 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 давай. Все. Теперь попадаем в наш мир. Не, чувак, я понимаю, да, больно, 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 она колючая. Нужно в наш мир попасть. Вот она, вишня, все. Она не, вне клетки. Наконец-таки мы получили. Блин, ты откуда взялся? Тебя не было всю игру. Он в не нашем мире. Он шапку одел. Что он делает? Он меня бьет. Блин, так нечестно. Так, бежим, 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 бежим. Сныкался. Где ты? Да блин. А, мне нужен молоток. Все, я понял. Эй, я сейчас буду бить. Отлично. Бам! Промазал. Ты издеваешься? Да что ты будешь делать? Не могу попасть. Тут двое вообще. Жесть, откуда так их много? Они уже зеленые, синие, желтые. Смотрите, в шапках всяких разных. Ангелочки. Боже мой. Чучел вообще. Я же не могу сам себя ударить. Да ему пофиг. Боже мой, что тут творится? Чего? Инопланетянин. Это или улитка? Ой, сейчас кто-то разозлится. Да это, кажется, инопланетянин был. Офигеть. Нифига себе кратер. И он с вишенкой убежал. И сейчас чучел, надпись вылетит. О, чё, кто это вообще такой? Это, наверное, под землей живет, да? Жесть. Ау-ау-ау. Это кто прилетел? Опять инопланетяне? Отдай вишню! Отдай, кому говорят. О, это реально НЛО. Неопознанные существа. Он выйти пытается. Он застрял. Он выбраться не может. Давай, давай. Отлично. Мы ж помогли ему. Почему он такой злой? А, теперь это наша земля. Типа покорил. Ты шутишь, что ли? Так, где мы сейчас находимся? На этом уровне. Давайте на этом, наверное, закончим. И в следующей части мы с вами, в следующей серии продолжим. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будет много-много крутых видеороликов. Всем до скорого. Пока-пока, ребята.